В Египет президентские выборы сегодня только стартовали. Голосовать избиратели будут 2 дня. За высший пост борются всего 2 кандидата. Это кадровый военный Абдель Фаттах ас-Сиси и социалист-насерист Хамдин Сабахи. Он позиционирует себя как представителя гражданского лагеря революционеров. По словам экспертов, интриги на выборах ожидать, скорее всего, не придется. Об этом говорят результаты голосования за рубежом, где подавляющее большинство, 94,5% избирателей, выбирает ас-Сиси. Тем временем в самом В Египте правом голоса обладают 54 из 80 миллионов человек. Под избирательные участки переоборудованы порядка 14 тысяч школ по всей стране. Результаты голосования должны быть обнародованы не позднее 5 июня.